свежее включение. Пущучка в жопу укололи. Он тут говорит, что он хочет выйти. Погулять или я не знаю, что он хочет. Нет, ты не пойдешь. Ой. Плешивая жопа. Да. Вот он опять вроде даже не разозлился. Ему как будто бы больше интересно. Зубами шуршит. Надеюсь, это не признаки мазохизма. Блин, чтобы вы понимали уровень его пофигизма. Вот он сейчас укололся. Мы пришли сюда на ингаляцию, сейчас будем ингалироваться. Смотрю, и этот дурак что-то жрет. То есть, во-первых, он жрет, типа говоря, что ему как бы все равно. А во-вторых, блин, он жрет банан, который я не заметила, забыла, в клинику ему клала, когда он помирал. Вот это вот. То есть, ты мало того, что жрешь, так жрешь еще и тухляк. Подойди сюда. Боба. Где ты есть-то? Иди сюда. Давай я тебе хоть эти человеческий перекус дам. Ну, короче, вот такие вот у него дела. Да. Мне вот салфетка ему новенький принесла. Он вроде бы им немного обрадовался. Сложно показать, как он дышит, потому что он даже не замирает на месте. Ну, отдышка вот та жесткая прошла. Теперь его совсем не видно.